Всем привет! Друзья, предлагаю связать со мной вот такое чудо, вот такую пандочку, симпатяшку. Такой вид сзади, попочка такая аппетитная, такие глазки, лапочки, такие косолапые ножки. Мастер-класс очень подробный, осилит любой вязачий, который умеет вязать столбики без накида. Я тут даже для фотосъемки, видите, из своей плантации отрезала стебельки бамбука, чтобы нашей пандочке было комфортно среди бамбуков. Ну все, начинаем вязать. Первым делом подписывайтесь на мой канал и начинаем вязать. Это чудо. Пандочка ростиком у нас получается 20, ну 22 сантиметра.